Здравствуйте, добро пожаловать на канал Галина Джулери. Меня зовут Елена, и я занимаюсь созданием украшений ручной работы. А сегодня я хочу показать вам, что мне пришло с сайта AliExpress. Пришла мне разная фурнитура. Фурнитура класса, так называемая класса люкс или премиум качества, и обычная фурнитура, но при этом очень даже хорошая, на мой взгляд. Так, ну давайте я начну с фурнитуры премиум класса и потом дальше покажу обычную фурнитуру. Смотрите. Пришли мне швензы. Швензы вот эти пришли. В позиции их было 10 штук. Они позолочены с фианитами. Посмотрите, какие хорошенькие. Это английский замочек, видите? Так вот они расстегиваются. Застегиваются. Вот такие милые фианитовые цветочки на них сделаны. Швензы красивые. Вот придраться мне не к чему. Здесь красивый, хороший цвет золота. Цвет желтого золота, ну, такой не совсем сногсшибательный. Красивые, хорошие, аккуратные, красивые швензы. Петельки. Так, вот так. Вот, видите? В общем, довольна. Цена, на мой взгляд, адекватная. Получается около доллара за пару. Даже чуть дешевле, потому что я брала со скидкой. В общем, хорошие швензы, хороший продавец, на мой взгляд. Только когда будете их выбирать, выбирайте внимательно, чтобы купить именно тот дизайн, который вам нужен. Потому что я до этого брала швензы, думала, они будут с дорожкой фианитов, а они были без фианитов, просто вот позолоченные. Хорошие, красивые швензы, с удовольствием их буду использовать, но просто нужно очень внимательно выбирать. Так, прекрасные. Очень довольна я ими. Довольна, рекомендую. Так, теперь смотрите, мне пришел целый... Тут, видите, сколько разных элементов. Давайте начну с таких вот декоративных. Смотрите, пришли мне вот такие бусинки. Бусинки эти 10 миллиметров, цвет под розовое золото с фианитами. Очень красивенькие, хорошенькие, аккуратненькие. Теперь вот такой ключик. Смотрите, ключик тоже он под желтое золото, тоже с фианитами. Очень аккуратно сделан. И смотрите, у него петелька находится вот здесь. И вот здесь. То есть его можно, в принципе, использовать и как подвеску, и как соединительный элемент. Тоже хорош. И смотрите, что еще пришло интересное. Вот такой. Это получается, он с дырочкой идет. То есть это как шапочка на бусины, такая двухсторонняя. И она сделана вот как такие щупальца, получается. Смотрите, тоже под желтое золото у меня вариант. Смотрите, какая красивая тоже. В общем, я довольна. Хорошие. Хорошие элементы, красивые, аккуратные. В общем, довольна. Теперь пришли мне вот эти шапочки. Почему я шапочки тут эти беру? У них там была распродажа, и они были, каждая шапочка по 70 центов. Вот, это где-то на треть дешевле, чем в других магазинах. И я вот их взяла, посмотрела, хорошие, хорошие шапочки. Вот еще добрала, купила себе еще золотую, парочку в темном металле и парочку в серебре. Посмотрите, какие они хорошки. У них здесь есть дырочка, вот здесь дырочка, а вот здесь у них тоже есть вот такие вот дырочки. То есть сюда можно что-то подвешивать, если нужно. Или же оставить это просто так, потому что это смотрится, в принципе, как декор тоже. Вот. Шапочки часто используют для сережек кистей. Хорошие. Тоже довольна. Цена у них была хорошая. Так, теперь. Фурнитура обычная. Смотрите, заказала я цепочку. Цепочку. Вот такая цепочка. Смотрите, какая интересная. Она из нержавейки. У него такие вытянутые звенья, немного приплюснутые, и немного они, получается, асимметричные.
И это именно цепочка нашла не по метражу, а нашла сразу с застежкой. Вот. С застежкой, с карабином. И, собственно, брала я ее как цепочку для какого-то украшения. Понравился мне вот этот стиль. Не сбитый, мне кажется. Хорошая, легонькая, аккуратная. Ну и плюс нержавейки в том, что она не потемнеет, конечно. Хороша. Так, теперь смотрите, какие интересные подвески мне пришли. Подвески глаза. Смотрите. Вот такие. Там в лоте было 10 подвесок. Можно было купить или вот эти, или вот эти, или микс. Получается 5 вот таких и 5 вот таких. Я взяла микс. Посмотри, какие интересные, хорошенькие. Я думаю, много куда их можно использовать в разные украшения, такие немножко бохо стиля. Тоже хороши, довольно. Прикольные. Интересные, правда, необычные. Так, и смотрите еще, что взяла я вот такие запаянные колечки. У меня вот эти, по-моему, 25 миллиметров. Сейчас померю, чтобы не соврать. Так. Да, 25 миллиметров. Вот 25 миллиметров колечки. Смотрите. Запаянные под золото. Их можно использовать как такие ценительные элементы. Но я их взяла для плетения. Я хочу делать серьги и подвески и использовать вот эти колечки как основу. Довольно. В лоте их было много, 25, по-моему, 20 штук. Да. В общем, довольно. Хороши. Ровные, аккуратные. И у них нет никаких зазубрин. То есть, так как я их буду их использовать для плетения, мне нужно, чтобы они были гладенькие. Вот они, собственно, есть гладенькие. Довольно. В общем, такие были у меня покупки. Вот. И, пожалуй, я вот, честно говоря, больше всего довольна вот этими шлензами. Мне они прям понравились, красивые. Вот. Ну и вот эти вот милые элементы тоже, смотрите, хороши. Ну и глазики тоже, конечно. Глаза очень необычные. Я вот на эти глаза давным-давно смотрела. Смотрела, смотрела. Наконец-то купила и, честно говоря, рада. И, кстати, на вот это вот щупальце, я тоже его что-то смотрела, смотрела, думаю, брать, не брать. Ну вот взяла, обязательно использую. Красивый элемент. Хорош. Ну что, такие были у меня покупки. Опять же, очень довольна. Большое спасибо за внимание. Увидимся с вами в следующем видео.